замечательно. Спасибо большое еще раз и низкий поклон за вашу работу. Спасибо. И большое спасибо фотографу. Перед вами пара ризеншнауцеров черных. А перед судьей демонстрируется пара афганов. Афганская борзая. Шестерку финалистов пара Афинпинчеров.
всей души. Спасибо вам. Спасибо за красивых собак. На второе место судья приглашает пару афганов. Поздравляем. И первое место. Ваши аплодисменты для самых маленьких собачек. Афинпинчеры становятся победителями лучшей парой выставки «Евразия. Кубок президента РФ». Поздравляем! И буквально несколько секунд нашим фотографам сделать исторический снимок, а за кулисами уже более спокойной обстановке. У нас там есть специальная фотозона, куда участники вместе с судьей. Участник, вас приглашает судья. Дорогие друзья, перед вами Бладхаунд. Судья приглашает далматина. Перед вами далматин. Лабрадор ретривер. Английский кокер спаниель готовится продемонстрировать свою красоту, ухоженность, экстерьер, поведение, движение. Все, все судья оценивает за какие-то несколько секунд. И завершается показ чихуахуа, гладкошерстный. Маленький, игривый, неуверенный. Ну а тем временем моя коллега выясняет, кто же будет лучшим бэби выставки «Евразия. Кубок президента РКФ». Далматина, поздравляем! Второе место. Чихуахуа, поздравляем! Далматин не хочет на третье место, хочет на первое. Но в следующий раз. И первое место. Лабрадор ретривер, поздравляем!
Мы благодарим остальных финалистов. Спасибо, что были с нами. Желаем успехов и здоровья вашим питомцам. Буквально несколько секунд фото на память для истории, и мы продолжаем. Спасибо большое. Мы приглашаем судью вместе с финалистами в фотозону. Ну а мы с вами продолжаем наслаждаться этим зрелищем. И вместе с судьей понаблюдаем, каких же красивых собак нам представили. Перед вами питомник русских черных терьеров. Перед вами Бедлингтон-терьеры.
перед вами миниатюрные таксы жесткошерстные. И на третье место судья приглашает питомник русских черных терьеров. Поздравляю! Пожалуйста, на сцену. Второе место. Такса миниатюрная, жесткошерстная. Поздравляю! Дорогие друзья, и на первое место судья приглашает Басыджи! Поздравляю! Мы также благодарим остальных финалистов, желаем вам успехов, а главное счастья и любви и здоровья ваших питомцев. Ну а победителя мы приглашаем на сцену искупаться в лучах славы. Лучший питомник выставки Евразия, Кубок президента РКФ. Благодарим финалистов и победителя еще раз. Поздравляем, просим пройти в зону фотографирования. А у нас на очереди следующий конкурс, выбор лучшего щенка выставки. И здоровья вашим питомцам. Ну а финалисты перед вами. Дорогие друзья, судья сделала выбор и приглашает на третье место Ротвейлера. Поздравляем! Пожалуйста, на сцену. Второе место. Тибра Бонсон. Поздравляем! И лучший щенок выставки объявляется русский черный терьер. Поздравляем от всей души. Мы также благодарим остальных финалистов и ждем вас на выставках «Евразия, Россия» и других выставках Российской кинологической федерации. Ну а мы чествуем победителя, лучшего щенка выставки «Евразия», Кубок президента РКФ. Большое, мы приглашаем судью вместе с финалистами в зону фотографирования. Мы продолжаем. У нас следующий конкурс. Лучший производитель.
фермерами, производитель с потомками породы Салюки. Мексиканская голая собака. Судье направляются Ламбер Спаниели, производитель и его потомки. Thank you.
Диган. Породы Клампер Спаниель приглашаем на сцену. На второе место судья приглашает Салюки. И первое место мексиканская голая собака. Поздравляем! Мы также благодарим остальных финалистов. Спасибо большое, что были с нами. Желаем вам успехов и благополучия, а вашим питомцам здоровья. Лучший ветеран выставки.
Малый Вандейский бассейн «Грифон». Поздравляем. Мы также благодарим остальных участников, финалистов. Спасибо, что были с нами. Ждем вас завтра. И надеемся, что вы также нас порадуете своим показом здесь, в главном ринге. Ну а перед вами финалисты и победители. Спасибо большое, спасибо. Просим пройти судью вместе с финалистами в зону фотографирования, а мы продолжаем. Дорогие друзья, следующим конкурсом мы открываем десятку финалистов, которые будут бороться за звание «Лучшая собака выставки Евразия». Итак. Старо-английская овчарка. Фландерский бувье. Австралийская овчарка. Бирдит Колли. Дорогие друзья, кто же откроет десятку финалистов и продолжит борьбу за звание лучшей собаки выставки? На третье место судья приглашает фландерский бувье. Поздравляю! Второе место
Австралийская овчарка. Поздравляю. И первое место. Вельшкорник Эмро. Поздравляю. Мы также благодарим остальных финалистов. Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, на сцену. Спасибо большое. Просим вас пройти в зону фотографирования. А мы продолжаем. И следующий конкурс — выбор лучшей собаки второй группы. Спонсоры — Российской кинологической федерации и Крафтия. Я отобрал шестерку финалистов. Большой швейцарский зенкон. Пожалуйста, проходите к судье. Тибетский мастиф. Немецкий боксер. Перед вами пинчер. Сверхпитчер. И цвергшнауцер черный с серебром. Каждый судья диктует свой результат и ставит свою подпись, заверяющую, что он именно этих представителей выбрал. Дорогие друзья, на третье место судья приглашает цвергшнауцера. Черный серебро. Поздравляю. Второе место. Немецкий боксер. Поздравляю.
И первое место. Вторая собака, претендующая на звание лучшей собаки выставки. Тибетский мастиф. Поздравляю. Мы благодарим остальных участников и ждем вас завтра на выставке «Евразия. Кубок СНГ». Спасибо большое. Мы просим пройти судью вместе с участниками в зону фотографирования. А мы продолжаем. Лучшая собака третьей группы. Бельгии, созданы на основе высококачественного свежего бескостного мяса и отборных ингредиентов для поддержания здоровья питомцев каждый день. Судья приглашает Керри Блютерьера. Пожалуйста, к судье. Перед вами Лейкленд Терьер. Жесткошерстный фокстерьер. Вельштерьер перед вами. Норвичтерьер. Йоркширский терьер. Thank you.
Итак, наш уважаемый судья направляется на сцену, где на третье место встречает фокстерьера. Поздравляю! Второе место. Вице-победитель группы терьеров. Вельштерьер. Поздравляю! И первое место. Лучшая собака третьей группы, группы терьеров. Третий претендент на звание лучшая собака выставки. Норвичтерьер. Поздравляю! Мы благодарим остальных финалистов. Спасибо, что были с нами. Ждем вас завтра и желаем вам успехов. Спасибо еще раз. Благодарим и просим вместе с судьей пройти в зону фотографирования. Thank you.
Дорогие друзья, на третье место судья приглашает таксу стандартную жесткошерстную. Поздравляю! На второе место такса кроличья гладкошерстная. Поздравляю! И первое место судья отдает такси миниатюрной гладкошерстной. Поздравляю! И также поздравляем остальных участников. Спасибо, что были с нами. И завтра вас ждем на Евразии Кубок СНГ. Мы благодарим финалиста, еще раз поздравляем победителя. Просим пройти в зону фотографирования. Пожалуйста, направляющий к судье. Перед вами сибирские хаски. Аляскинский малахит. Фараонова собака. Самоед. И завершает шестерку финалистов пассенджи. Thank you.
друзья. На третье место судья приглашает Сибу. Поздравляю. Второе место Самоед. И первое место Фараонова собака. Поздравляю, мы благодарим остальных финалистов. Желаю вам удачи завтра. Спонсор этого конкурса «Грандов», производитель, уверен, что ваши питомцы заслуживают только самого лучшего, начиная со здорового питания. Спасибо большое, поздравляем и просим вас пройти в зону фотографирования. Вместе с судьей, пожалуйста. Спасибо. Дорогие друзья, следующий конкурс – выбор лучшей собаки 6-й группы. И приглашаем первого участника. Пожалуйста, судья. Thank you.
зрителей место судья приглашает ардезийского риджбека. Поздравляю! Второе место. Бигль. Поздравляю! И первое место. Победитель шестой группы. Малый вандейский бассет Грифон. Поздравляю! Мы также благодарим остальных участников. Желаем вам успеха. И ждем вас завтра. Спасибо большое. Просим вместе с судьей пройти в зону фотографирования. И еще раз наше поздравление. Спасибо. Дорогие друзья, следующий конкурс «Лучшая собака восьмой группы». Курчаво-шерстный ретривер.
сначала шерстный ретривер, португальская водяная собака, лабрадор ретривер, прямошерстный ретривер, английский спрингер спаниель и ламбер спаниель. 6 претендентов на звание лучшая собака 8 группы. Дорогие друзья, на третье место судья приглашает Клаббер Спаниеля. Поздравляем! Второе место – английский спрингер Спаниель. И первое место – португальская водяная собака. Поздравляем! Мы благодарим остальных участников, желаем вам успехов. И кто знает, может быть, завтра вы войдете в тройку финалистов группы. А сегодня мы чествуем победителя 8 группы, португальскую водяную собаку. Это 8 из 10 претендентов на звание лучшей собака выставки. Короткое фото на память. Спасибо большое. Просим вас пройти в фотозону. Там вас ожидают комфортные условия. Можете спокойно с судьей и с участниками сфотографироваться. Спасибо. Лучшая собака 9 группы. Судья провел предварительный отбор финалистов, которые продолжат борьбу за звание лучшая собака 9 группы. Судья поблагодарил, желает вам успехов, надеемся, что мы увидимся с вами не раз. А финалистам просит пройти к сцене и первого участника подойти к судье. Thank you.
Бастон-терьер. Дорогие друзья, наш уважаемый судья приглашает на третье место Мальтезе. Поздравляем! Второе место Пудель. Поздравляем! И первое место лучшая собака девятой группы Шицу. Поздравляем! Мы благодарим также остальных финалистов. Спасибо, что были с нами и ждем вас завтра на Евразии, Кубок СНГ. Лёда, быстрее сейчас выгоним! Спасибо большое, просим вместе с судьей финалистов пройти. В зону фотографирования, пожалуйста. Мы продолжаем. Лучшая собака десятой группы.
Хорте Борзай.
Итак, судья проводит предварительный отбор.
люблю. Просим пройти к сцене. Среднеазиатская овчарка. Русский черный перье. Якутская лайка. Сибирская лайка. Продукты компании Lilas Pet Food под брендом Вани Эдсол. Начала производить корма в 2023 году. Рацион разработан совместно с ведущими нутрициологами и ветеринарными врачами. Русский той длинношерстный. Спонсор конкурса «Нитофарм». Ключевая инновационная компания ветеринарной фармацевтики России. Мы создаем наши продукты и сервисы с заботой о продовольственной безопасности страны и комфорте домашних питомцев и их владельцев. В тесном взаимодействии с ветеринарными врачами-практиками мы глубоко изучаем потребности рынка и лучшие мировые инновации. Наша цель – не просто достигнуть высочайшего качества, но превзойти ожидания наших клиентов, предоставляем лучшие продукты, которые делают мир лучше каждый день. Дорогие друзья, гордость России, нашей отечественной породы. На сцену приглашаю Владимира Семеновича Голубева, который сфотографируется с лучшими собаками отечественных пород. Итак, дорогие друзья, на третье место судья и президент РКФ встречают Самоеда. Поздравляю! Поздравляем от всей души. Второе место. Русский той длинношерстный. Поздравляю! Лучшая собака конкурса «Гордость России» – русский черный терьер. Поздравляю! Мы благодарим остальных финалистов, желаем вам успехов и благополучия во всем. Мы также приветствуем и чествуем лучшего представителя породы конкурса «Гордость России». Выставки Евразия, Кубок президента РКФ.
И эти памятные фотографии уже сейчас вошли в историю. Спасибо большое, спасибо. Мы продолжаем и так вот подошли к финальному конкурсу. Питомцев и их владельцев с вниманием к тем, кто вам нужен.
Перед вами фараонова собака. Thank you.
как судья еще раз осматривает и наслаждается красотой каждой из этих собак. Давайте еще раз поаплодируем и скупаем всех в аплодисментах. Лучшие из лучших. Дорогие друзья, еще раз аплодисменты и по кругу все участники. Покажите, пожалуйста, еще раз ваших питомцев и по кругу в прыгинг. Но на пьедестал почета зайдут только трое. Дорогой Владимир Семенович, мы вас ждем на финальный конкурс. Встретить вместе с нашим уважаемым гостем из США призеров и чествовать победителя. Дорогие друзья, сегодня был трудный день, но он такой был хороший, насыщенный. Было столько красивых, ухоженных собак. И теперь мы с вами знаем, что у нас собаководство надежное. Нам есть чем и кем гордиться. Дорогие друзья, на третье место наш президент и судья приглашают русскую псовую борзую. Поздравляем от всей души. Второе место. Вице-победитель выставки Евразия Кубок президента РКФ. Фараонова собака. Сейчас должны встретить победителя, лучшую собаку выставки. Ею становится английский сеттер. Английский сеттер. Вот она, лучшая собака Евразии 2024. Кубок президента РКФ. Поздравляем от всей души. Дорогие судьи, просим вас пройти на сцену для фотографирования. Dear Judge, welcome to the main ring. Дорогие друзья, спасибо, что были сегодня с нами.
Мы счастливы, что вы поддержали наших участников, заводчиков и насладились красотой собак. Перед вами лучшие собаки сегодняшней выставки. Мы ждем вас завтра. Мы благодарим спонсоров, партнеров. Мы благодарим всех судей. И, конечно, большое спасибо нашим замечательным фотографам, которые еще раз доставят нам удовольствие и зафиксируют эти счастливые моменты судейства. До новых встреч! А завтра ждем вас на выставке «Евразия. Кубок СНГ». Всего доброго! Thank you.